Привет, дорогие друзья, с вами снова Жека. Вот, и у многих из моих друзей стала проблема, как зарегистрироваться в YouTube. Я хочу вам показать, это быстро и несложно. Открываете Google Chrome, смотрите, в строке адреса должно быть написано google.com.ua. В правом верхнем углу ссылка «Войти», входите. Вот, внизу «Добавить аккаунт», входите сюда. Введите адрес электронной почты, а ниже создать аккаунт. Входите в создать аккаунт. Вот. Здесь пишите имя, например. Потом фамилии. Потом придумайте имя пользователя. Например, 88 Opel 88 Кадет. Вот это будет Gmail почта. Придумайте пароль. Например, можете использовать дату своего рождения, например, 10 Монтана, июль 07, например, красава. Семьдесят второго года, 72, дописываем, подтверждаем такой же пароль. 10 Монтана, июль 07, красава, 72 года рождения, добавляем 72. Вот. Дальше пишем дату рождения, например, 10 июля 1972 года рождения. Выбираем пол, мужской, и дальше указываем свой номер телефона. Это делается для того, чтобы никто не мог взломать вашу почту или ваш аккаунт. Только за счет СМС, вот здесь написано, знаю номер вашего телефона, мы сможем надежнее оберегать ваш аккаунт. Например, если забудете пароль, мы отправим вам СМС с данными для восстановления доступа. Указываете свой номер телефона, указываете страну и нажимаете далее. Вот, например, номер телефона. И вас регистрирует в аккаунте. После этого вы можете входить в YouTube и подписываться на каналы, ставить лайки. Вот. И за счет этого как бы подписаться на канал, который вас интересует, и вам будут приходить постоянно как бы смски о новом видео. Вот. Довольно-таки интересно. Пользуйтесь, с вами был Жека, до встречи в следующем видео, пока.